Необычный благотворительный шаг сделало руководство Магнитогорского государственного цирка и артисты Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. А именно, ими было принято решение организовать представление для заключенных Магнитогорской исправительной колонии. Повод подобрался подходящий – Международный день цирка. Как появилась такая идея и что из этого вышло, расскажем в следующем сюжете. Ежегодно каждую третью субботу апреля отмечается Международный день цирка. В этот день артисты по всему миру дают благотворительные представления для разной публики. Однако выступить перед заключенными – событие отнюдь не рядового масштаба. Тем не менее, руководство Магнитогорского государственного цирка и исправительной колонии решили, почему бы и нет. А московский цирк Никулина, который привез в город металлургов одну из своих программ, такую инициативу поддержал. Жизнь будничная, ну, может, серая в чем-то. Понятно, мы свои мероприятия проводим воспитательные. Но замечательно, что они сегодня пообщаются с цирковым искусством. Это замечательное светлое искусство. Замечательный праздник для осужденных. Здесь тоже люди. Да, они оступились, они это самое, но это тоже люди, которые тоже должны видеть цирк. А учитывая, что наша программа носит название «Наш добрый цирк», мы хотим, чтобы в этот день частичка доброты появилась и в их сердцах. Понятно, что показать программу полностью в условиях актового зала исправительной колонии невозможно. Тем не менее, более чем на час артисты погрузили аудиторию в настоящий праздник циркового искусства, перед обаянием которого сложно устоять даже такому, очень особенному зрителю. Номер иллюзионистов завораживал, клоуны вызывали смех, очень пришлись по душе и выступления дрессированных собак. Акробатика и эквилибристика – это те жанры циркового искусства, красоту которых признает абсолютно любой зритель. Вот и в этом представлении за номером грациозной артистки зал следил, затаив дыхание. Ну а заключительный аккорд исполнила тяжелая артиллерия. На сцену вышла настоящая медведица. Сначала ей предстояло решить непростую головоломку, с чем она успешно справилась, а после, под аплодисменты зрительного зала, станцевала зажигательную ламбаду. Время пролетело незаметно, под аплодисменты зала артисты выходят на поклон, публика в исправительной колонии оказалась благодарной. А артисты в очередной раз доказали, что настоящий профессионал выполняет свою работу качественно всегда, независимо от того, кто наблюдает за представлением. Все-таки здесь содержатся люди, которые, оступившись, когда-то выйдут на свободу, и если наше представление как-то сможет повлиять в положительную сторону, мы будем очень рады. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.